И всем привет, дорогие друзья! С вами снова Римас. И Шимуро. И сегодня мы продолжаем играть в San Andreas мультиплеер и хотим, очень сильно хотим послужить отечеству, так сказать, Лос-Сантоса. И поедем в сухопутные войска записываться. Не знаю, получится у нас это или нет. С мафией мы уже поссорились. Захотели вот в военные организации. Как думаешь, примут нас, бро? Ой, сори, извините, да, прошу прощения. Тихо, спокойно. Что такое? Самуэль стоит. Он заблокирует. Давай, выйди, пообщаемся. Давай выйдем, пообщаемся. Здравствуйте, Самуэль. Здравствуйте. Разрешите... Здорово, начальник. Разрешите проехать. Да-да. Бомж свою машину двигает, посмотри. Разрешите проехать. Ага. Будьте любезны. Документ, удостоверяющий личность. Хорошо, а как предоставить? Подожди сейчас. У меня есть калаш, я ему пас, могу предоставить. Слэш-пас 90. Но если что, в затылок стреляй. Если начнет меня вязать, стреляй в затылок. Пас 90, да? Да. Можете иди. Ну давай, я ему тоже дам. Показал свой паспорт. Ну что, в затылок стрелять, нет? Я могу, в принципе, застрелить. Не, надо, давай, мы же в сухопутной. У нас сейчас все хорошо. Будем стрелять, если нас не примут на военную службу. Смотри, дальше общается по телефону. Вообще, за такое надо штрафовать. Менты сидят на посту, общаются по телефону со своими любовницами. Это просто... Перекрыл такую дорогу, посмотри, блин. Ага. Совсем уже, блин, обнаглели, да? Властью своей пользуются. Щипон, ёптать, щипон делает. Ну да, он, видишь, паспорта перекрывает. Мало ли звезда, вот если бы на мне звезда была, например, да? Да. Он бы меня повязал. Подожди, они звезды не видят по радару? Им нужно паспорт показать. Ей в розыске я или нет? Они же узнают у диспетчера. То есть, разыскиваюсь я или нет. И получается, видишь, две дорожки перекрываются просто тупо. Мусор, блин, да? Черт подери, ВТФ. Куда ты поехал? Туда и надо ехать. Так, сейчас прямо направо, потом по железнодорожным путям проедем. О, ешкин свет, вот меня залагало. Я думаю, куда ты едешь, короче, понятно, ладно. У тебя что, с интернетом что-то? Да нет, нормально вроде все. Видос только что залил за 5 минут, 4-гиговый. Нормально. Опа-на, посмотри, тут уже стоит живчик какой-то. Перекрыл. Военные здесь перекрыли дорогу, я не понял. Кстати, да, военная машина здесь. Что за фигня, ну ладно, пускай будет так. Камуфляжная такая, да? Ну, мы с тобой немножко нарушаем, конечно же. Да что нарушаем? Это тоже дорога. Хотя тоже дорога, только железная, да. А так-то дорога, ребята, да, вполне. Вон, посмотри, здесь все ей пользуются, я смотрю. Ах, хитрожопые военные. Куда-то поехали, у них там операция, что ли, какая-то? Давай застрелим какую-нибудь войну. Заберем машину. Да ладно, ты думаешь там прям застрелить на мосту? Или это беспредел будет? Это беспредел, мне кажется. Мы же... Я про свой калаш не опробовал, шатнуть. Сейчас опробуешь, если, короче, нас не примут, советую тебе испробовать. Ты только свистни, скажи фас, все. Но пока не будем, пока мы по-разному. Смотрите, какая графика, ребята, какие птички, это просто шикарно. Где там птички, ты видел? Она уже улетела, все нормально. Там птичек нет больше. Так, и че? Так, а здесь мы не въедем, подожди, здесь должен быть другой какой-то въезд. Хотя стопы, подожди, здесь должен быть. Не, здесь вроде где-то есть каньоны, смотри, какие красивые. Ух. Мы же сюда, нет, так. Приходили в прошлый раз. Эй! Гейт, во, все верно. А что-то я не понял, а где мой калаш? Я калаш не могу достать здесь. А у тебя, ну все. Так у меня был калаш, когда заходил в игру. Вы не можете пользоваться этой функцией, нам ворота не открывают, представляешь? Эй, мы, конечно, в армию хотим! А ты можешь? Слэш-гейт пропиши. Не могу. Возьмите нас, блин, сухопутные. Давай, братан. Давай, запрыгивай. Не, он меня послал, короче. А куда ты? Ага, ты на место водителя хочешь сесть? Дружище, блин, а что ты развернулся-то? А в стекло не видно, что ли? Ладно, поехали, да. Ну вот это вот основные ворота и... А вот, бомжи, стоп. Подожди. Здравствуйте, служить хотим. О, нормально. Нормально открывают. Нормально, нам. Ребята, папаня, смотри, это курсанты, походу, да? Курсанты, да, давай. Давай. Во, говорит. Чё значит во? Чё там? Шиморо. Давай, запрыгивай.
Привет. Привет. Открой ворота, братан. Открой ворота, братан. Сейчас служить будем. Сейчас мы их обслужим, да? Да, да, да. 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 Окей. Окей, го. Где призыв? А, призыв ждет, прикинь. Окей, го, говорит. Че? А он говорит, где призыв? Сейчас покажу, говорит. Я придую. Что значит? Чай я приду. Я приду, говорит. Типа, ща я приду. Ну, понятно, понятно. И куда он пошел? Интересно. Ребятишки надо по буквам путают, походу, по клавише. Фиу. Так, один сек. Пефу. Чего? Гейт, ребят, он гейт, он гейт прописал, он гейт прописал. А, еще и улыбочки. Понял. Давай, пропускает нас. Сразу же закрыл ворота. Посмотри, не хочет нам нас пропускать на базу просто так. И калаш ты достать не можешь. Да, вот. Что за херня? Надо было заглушиться походу, раньше, у меня топляк сжигался, блин. Походу у меня здесь этот зеленый, походу здесь какая-то зеленая зона, где невозможно достать огнестрельное либо другое орудие. Куда он побежал-то, я не понял. Мы служить хотим, а он убежал от нас. Ёлки-палки, ребята, вот такая ситуация. Видишь, в армию сами. Докладом побежал. Генерал. Сами в армию едем, как говорится, блин. Отдаемся в руки государства для того, чтобы пройти военную службу, воевать против мафии, защищать доблесть и честь страны, блин. Подождите. Военные всегда были странными, кстати, если честно. Вроде договорился, вот бац, либо он тебя пристрелил, либо куда-то пропадает. Нормальные пацаны приехали, все четко вообще, блин. Приехали служить. Смотри, кого-то заключили на 30 минут. Ага, вижу. А вот бомж, кстати, подошел какой-то. Ну? Ну? Привет, мальчик. Сэр, привет, мальчик. Открой ворота. Будем служить. Мальчик, сейчас я бомбанет, расстреляет нас нахер здесь на месте. Кто знает, может, он там афган прошел в свое время. Я не знаю, что он прошел, но он сейчас по-дебильному стоит и смотрит на нас. Он врубается еще. Артем приехал. Хамит подъехал. А это что за перец? Ну это же Артем, поехали. Заходи в Хаммервью. Артем сейчас нас на базу провезет на призыв. А что ты выкинул с машины? Я его не выкидывал. А, ну, это глюк, это глюк. Да-да-да. Он нас, видишь, через черный вход сейчас видит. Посмотри, что у него с бампером. У тебя он тоже болтается. Ой, это Артем лагает так или что? Прям как сисечки. А, не знаю. Мы на месте встали, да? Не, вот сейчас вот едем, поехали. Что он рисует постоянно какую-то дырочку двумя скобочками? Я не понимаю, что он это рисует? У них там голодняк, блядь. Мечтает, ёптать. Так, давай. Он чувака чуть не сбил. Так. Мы, короче, без палева типа в форме сидим. Ага. Он открывает шлагбаум, ребята. Въезжаем. Да-да-да. И мы попадаем, внедряемся, так сказать, на военную территорию, дорогие друзья. Сейчас мы ее будем захватывать потихонечку. Ага, здесь какие-то бомжи тоже, смотрите, с автомат калаш. Вон там призыв, все, я вижу. Винчестер. Винчестер здесь. На призыв. Лео киллер какой-то. Вот привез. Сам... На призыв вот привез. Пишет кому-то. На призыв? Ну поехали. Шим сюда. Здорово. Здорово. Толстяка что, не брать? Сейчас поедем. Подожди, сейчас, подожди. Будут проверять. Ну пошли. Пусть проверяет. Пойдем, пускай проверяет. Веди. Чё этот бомж целится на меня что-то? Я не знаю, что это за бомж. Римас, ты как всегда. Куда? На призыв. Пошли. Да ты чё? Да я общаюсь с Артемом, ты там пытаешься ответить всем, вон. Вот человек, видишь, уже на другой машине на призыв. На призыв на гражданской машине, видишь? Сейчас поедем нормально на Волге вот этой. Нахер, вот так вот, до свидания. Ага, чё, куда поехали? Ну все, сейчас ждем. Тебя выкинули, что ли? Эй! И чё? Чё он пишет? Тебя выкинули из тачку. Тут сисечек нет, пишет Лео Киллер. Лол.
У вас нет прав. Поехали. Где призыв-то? Вот здание, наверное. Ой, ребят, как-то сложно на самом деле в армию пробиться, оказывается. Да, конечно, сложно. Еще как сложно. У меня, кстати, 11 тысяч. Слушай, пока... калаш у тебя есть? Нет, расстрелять их всех здесь. Они начинают это тянуть наше время. Нет, у меня пропал калаш. Фалос. Фалос есть у тебя? Нету ничего, вообще ничего нет. У меня кулаки только, и все. Я могу кулаками их раскидать. Но да они господи! ТТ, полковник. Сейчас призыв идет вроде. Ну, пойду, конечно, идет осень же, осенний призыв. Пойду, пошел, короче, скоро. Покажу им свой белый фалоимитатор и попрошу служить. Сколько можно. Все, заходим. Ух ты! Че там? Там телочка какая-то стоит. Да ладно, где? Таня. Таня Рей. Вау. О, вау, посмотри, как она натянула-то штанишки-то на привет, себя. Танюшка. Танюшка. А что они говорят, сисок нету? Вот они оберегают тебя, да, кажется. Да-да-да. Смотри, как скопом просто столпились с ней, а? Ага. Привет, красотка. Ой, как она прыгала, смотри, как она прям... Распрыгалась, а? Да, обратно, да, всем Таня, приятно прям. Таня, я привез тебе подарок. Подарок. Он у меня в руке. О. Сейчас, подожди. Будешь? Ей надо что-то пожёстче. Да ладно, ее что, не втыкают уже такие? Ей уже, наверное, понадарили такую, да? Да у нее вон вокруг сколько настоящих, посмотри, зачем ей? Поехали. Ладно, выходим. Это у них здесь какие-то посиделки, ладно, выходим. А что мы сюда притащились, кстати, что-то? Я не знаю, Артем. Поехали. Веди. Господи, внедрились ребята в сухопутные войска по гражданке. И видишь, какая ситуация. Все по форме, а мы как два бомжа такие на базу просто проникли. Вот хорошо иметь своих людей, на самом деле. Ты заметил, да? Конечно, да. Везде свои люди. Надо в этот, кстати, в полиции тоже иметь своего человека. Везде надо иметь своего человека. Залетели. Опа. Так, хорошо, у них там драка произошла. Ты заходишь? На, нахер. Ло, он давит тебя! Вот негодяй. Место есть, Джи, нажми быстрее. Там вон Андрей какой-то наламывается. Ну все, поехали. Все, нажал, все. Поехали, все. Поехали, да. Зато Тане подарок привезли. А ты ей вручил, что ли? Я нет еще. Ага. Ну, надо было... Нифига себе! Приехали, ептать! О, вот ты! Ай, валим! Я выхожу! Вот дебилоид, вот военные, конечно, права понакупали, идрит их налево. Я водитель от бога, говорит. Где призыв? Минус хаммер, ёпки. Я скоро начну использовать свой фалос. А где мой калаш? Идрите его налево. У меня был калаш только что. Почему он? Я за тачкой. Он увез нас с военной базы. Посмотри, что творится. Ребята, нас, по-моему, нас с тобой за идиотов держат. Да. Посмотри. Просто тупняк какой-то держит и все. Он взял, перевернулся. Короче, идея. Поехали в магазин. Приедем, стоп. Расстреляем их нахер. Стоп. Не-не-не, подожди. Че стоп-то? Давай забирай машину, они ж там резаются. Куда они? Антонио, все в порядке. Сейчас я заболтаю чувака на посту. Все в порядке. Антонио, все в порядке. Дай я ему дам денежек. Че ты ему не дай, не давайте идем. Не, подожди. Они опять пробухают. 651, 2000. Какой у него 500? Какой у него айдишник? Сейчас, подожди, я сейчас договорюсь, я своих людей делаю. Че ты, блин, пей? 551 2000. Если они тупят, как не знаю кто. Купи себе. А вот, машина подъехала. Сисечек. Вот машина поехала. Сисечек на ночь. Где вот эта машина вот, наша? Вот, машина. Не, вот, хаммер, видишь, стоит? Поехали, садись. Да. Давай. Все, поехали.
Я не знаю, куда они нас везут, ну. Эй, нас выкинули. Меня выкинули. Меня тоже. Что за фигня? Давай еще раз. Бемч. Все, поехали. Да. Сел, да? Меня выкинули. А странно, почему? Меня какой-то бомж выкидывает. Лево. Все хотят с нами ехать. Все, я сел. Артема кинули! Артема кинули, который нам помогал, это нечестно. Подожди, а как же Артем? А как же Артем? Куда мы едем? А вот за нами машина едет какая-то, или нет? Куда мы едем, минус братан? Капот. А куда едем, кстати? Вот здесь, смотри, нефтеперерабатывающий завод. Нормально, да, кстати. Здесь устроились, кстати. Ну, конечно, нормально устроились. У них там все есть. Военком, говорят. Они крышуют этот завод, походу, ребята, и получают 50% дохода от прибыли, от выручки этого гребаного завода. Ну, нормально. Военкомат нас везут, видишь? Видите, ребята, как подвозят военкомат? Пришел, говоришь, хочу служить. Сразу повязали, блин, в камер посадили. Да. И везут в военкомат сразу. Жалко, что Тане я подарок так и не вручил этой, который у меня был в руке. Угу. Может, она металлические предпочитает? А ты какие предпочитаешь? Ой, фу, неправильно. Она, видать, оригинальные предпочитает, если честно. А у меня есть свой нормальный агрегат рабочий. Рабочий. Ну ладно. А это что за бомж? А, я думал, менты. Да неважно. Подожди, надо... А это тот же, кстати, он здесь стоял, помнишь, мы проезжали, по-моему, нет? Сейчас нас военкомат привезут. В военкомат поедем, где там нас сказал, что уходите там. Во, пожалуйста, военкомат. Вот да. Куда нам надо было. Нам сюда надо было, в военкомат. Поехали. Чувствую, нас не возьмут, я чувствую. Это же здесь я. О, сколько тут бомжей, смотри. А где нас будут? А где нас будут призывать? Военкомат работает. Военкомат работает. Здравствуй. Привет. Не работает военкомат. Ждем призыва, говорят. О, чувак, а что, мы, видимо, не попадем в армию. Так, у тебя калаш не появился? Нет. Короче, тут... давай такая идея. Давай попросим их, чтобы они нас отвезли в этот магазин оружия. Ты хочешь сюда, расстрелять в военкомат? Да не. Да. Нам же все равно скоро призыв будет, ждите, говорят. Ну да. Когда это скоро? Скоро это, конечно, понятие растяжимое, идрить их налево. Скоро. А у нас крайне ограниченное время. Когда это? Пока нет призыва. Давайте подеремся. Сейчас мне вот этот не нравится. У него телефон золотой, посмотри. Бренд Сент. На нахер. Зачем ты его... своим самотылом, ну, я имею в виду... Уба, в меня стреляет, посмотри. Лео не в меня. В пределах 5 минут, говорят. Поехали узнаем. А, в пределах 5 минут? Да. В пределах 5 минут. Но один пацан получил уже по голове фалосом. Телефоны тут достает красивые, посмотрите, какие у него. Кто там целится в кого? Лео с дробовиком, видите? В пределах 5 минут это долго получается. Давай ты будешь моей подушечкой. Какой подушечкой? О чем этот чувак говорит? И что они мне в очередь выстраиваются? Принимай военкомат. Вы все приняты. Лол, здравия желаю. Я на призыв. Смирно ядрить вашу налево. Разрешите использовать Римаса в качестве подушечки для моей ноги, спрашивает Андрей. Представляешь, какой дерзкий я пацан. Могу. Пытаемся пробиться, ребята, все пытаемся. Встал смирно. Там вон бомж какой-то стоит с окурком. Уже 43 секунды на паузе. Встал смирно. Ну чё, ребята, где движуха-то? Я могу из тебя сделать прокладку для моей жены. Что?
Что? Я такого выражения никогда еще не слышал. Прокладку для моей жены. Фу! Ну, я ему ответил. Нормально все. Так, ну что там? 3 минуты, видать, где-то осталось, да? Да. Че этот бомж делает? Призыв через сколько? Призыв. Ну, сказали, что в течение 5 минут, но это все фигня, мне кажется. Поехали, здесь делать нечего, бомжи задние. Поехали, подвижником лучше. Давай. Подвижником, походу, не скоро. Вот именно, что не скоро. Да, все, поехали. Ну их нахер. Садимся. Погнали, здесь вообще делать нечего. Надо военную базу бомбить. Че за фигня? Че он всех выкидывает постоянно? Все, поехали. Там какие-то бомжи, потому что насаживаются. Все, садимся, поехали. Все. Да-да-да, все, едем. Так, ну в машине, беда. В машине, все, прекрасно. Ребята, в армию попасть, вот желание дичайшее служить. Сами. Не, в реальной жизни только-только скажи, хочу в армию, тебе сразу... Сами пришли. Ко мне, родной, зашкварник. Сами приехали на военную базу, говорим, хотим служить. Угу. Куда? Магазин оружия. Магазин оружия. Магазин оружия. Мне кажется, надо будет выцепить того копа на мосту. Что у тебя сделать-то? Нас кинешь за это. Взяточник, мне кажется. Да, ну давай взятку дадим, потом прострелим его. Да. Давайте попробуем, ребята, точно спровоцировать. Что, нормально? Это вам, господин полицейский, скажу. Мы не нарушали. Да, подожди, найдем копа. Дадим мы ему, короче, 2000 или там 10 тысяч баксов, скажем, это на будущее. 2000 максимум. Подайте денег, жить не на что, пишет Антон. Ну, Андрей. Какой? Андрей, да. Ну ладно. Так. А вот магазин оружия слева. А вот он, все. Нормально. Я выхожу. Вот я им денег раздал. По 2 косачинских просто. Молодцы. Просто изи-гаточка. Щедрая душа, ёптать. Так, забираем тогда. Чё возьмем? Чё возьмем? Калаши берем. АК есть у нас. Есть у нас снайпер. Снайперская надо? Берем калаш и идем искать копа. 56 тысяч. Чё за снайперская? Ну-ка давай посмотрим. О, снайперская, смотри как. Да ладно, поехали, выходи. Сейчас... Стоп. Бомжович внутри. Давай, бро, давай. Она нахер, нет капота, ёпты. Ищем полицейский пост. Гоу! Гоу. По беспределу. Че, реально по беспределу хочешь пойти? Да. Но ролевая игра, задача моя сейчас, вы вычислить взяточника, чтобы город был чист. Чтобы взятки не принимались. Как же без этого пухлика? Очистим. Зачистим. Стоп. Да, авария прекрасна. Отлично. Так, давай догоняем. Он сам агрится. Стоп. Коп. Два копа. Старший лейтенант, внимание, это полиция Лас-Вентураса. Немедленно остановитесь. Прижмитесь к обочине. В случае неподчинения мы откроем огонь. Жопу порвали, мы на военном. Ай, погоня. Че, будем расстреливать их? Стой, выходим, сейчас поговорю. Здравствуйте, давай. Господа. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Тихо. 232. Пэй 232. Здравия желаем, говорит. Так, военные, ребята, военные перессорились с ментами, с мусорами. Все хорошо теперь. Что из теперь этого выйдет? Все хорошо теперь. Сколько ему ты отправил? 2000. Че, мне занять позицию снайперскую или нет? Он отдал мне деньги, он не принимает взяток. Че, застрелить его или нет? Подожди. Нельзя застрелить. Это подожди. Подожди. Легендеру дал деньги, тот пока не вернул. А сколько им Легендеру дал? 2000. Ладно, давай, говорит, слышишь, взяточник.
232, 2000. Че, работаем? Я тебе их отдал. Так, это продажный коп. Работаем. Ты готов? Да. Продажные копы не должны больше существовать в этом мире. Погнали, 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 погнали. Играем, играем. Ой, а у них же броники. Бро! Бро? А я типа не при делах, короче. Я, короче, при делах, короче, ушел. Ты что, все нормально, да? Меня убили! Ты... Я в машине. Продажные я вообще не при делах. Копы. Они даже не заметили, что я по ним привет, начал крошка. Стрелять, прикинь. Привет, крошка. Подожди, стоп, стоп. Они за мной, они за мной. Сделай это быстро. Меня. Что ты там хочешь беспокоит. Сделать? Сделай мне это быстро. Что ты там? Чем ты там занимаешься этой крошкой? Сделай, говорит, по-быстрому. Сделай это быстро. Их повяжешь, им облажался. Кристина, за мной. Разведям. Кстати, у тебя есть звезда или нету? Сейчас я дам вам лечение. Кристина какое достала лечит? Аптечку, она меня лечит. Она лечит? Кристина! Аптечку от... с какого места достала, кстати? Кристина, не знаю. Кристина. Кристина. Дайте мне. Какой анальгин и стакан воды? Чего? Она мне дала анальгин и стакан воды. Виагру проси! Быстрое лечение меня интересует, Кристина. Not so fast, Mr. Crazy. Мы здесь в госпитале сейчас. Ну, ты тоже в госпитале? Да. А у госпиталя вы? У госпиталя, да. Кристи. Ты тоже не пробил, да, его? Я, короче, весь калаш отстрелил. Выпиши меня, пожалуйста, по-быстрому. Так, оружие убираем. Опачки. Вынул из аптечки медикаменты. Передал пациенту анальгин и стакан воды. Во. Все. Спасибо большое, Кристина. Продажные копы, ребята. Но я пытался воевать с ними. Вы видели? Ты же видел, братан? Да. А ты не стрелял, что ли, в них, да? Я стрелял. Я тоже его не пробил. Но они не поняли, что я тоже по ним стрелял. Я из-за дерева продажные стрелял. Копы. Продажные копы. Выберите себе койку. Не и были наказаны. Налево. Койка наказаны. Свободна. И что, как делать? Вот я а как выбрать койку? Я забыл, кстати. Бро. Хоспитал/хоспитал. Да просто попроси у нее. Просто попроси. Опа! Это они. Сейчас вязать будут. Копы, что ли? Да, приехали сюда. Стойте. Где? Ты где? У входа. Сейчас, подожди. У меня нет звезды, на мне ничего нету. Мы тебя не узнали, опа. Говорит. Сорян. Кто не узнал? НП, бро. Нет проблем. Че, менты пришли извиняться, что ли, после того, как ты пытался закопить? Нет проблем. Да, пришли извиняться. Я с ними договорился. Ты снимаешь? Да. Я тебя не узнал, говорит. Сорян, слышишь, братан? Ой, вот это у нас каточка потная, дорогие друзья. Сегодня вышла в San Andreas Multiplayer. Сегодня мы реально прожили свою жизнь, но так и не достигли цели. Надеюсь, на следующей серии мы уже будем в военкомате. Вот, в любом случае... Можно, говорит, нас фоткать. Да, фоткайся. Ну давай сфоткаемся. Вот, в любом случае, фоткаемся. Ща, арестуй, говорит. Мусора хочу, говорит. Вот так вот заканчивается наша серия. Не забывайте поставить большой палец вверх. Это было самое настоящее выживание в San Andreas Multiplayer, точнее, жизнь бомжа. Да, со своими фишками, попытками добиться чего-то. Ну, мы будем ждать вас на следующем видео, либо онлайн-трансляции. Всем пока и до новых встреч. С вами был Римас. И Шиморо. Всем удачи. Пока.